И тут вдруг, нежданно-негаданно, приехал мой друг Дима. Па-бам! Супер! Глаза будущие для робота будущего. Дима привез несколько десятков отработанных в свое видеокамер. Как уже ранее обсуждалось с Димой, эти камеры будут служить глазами для большого робота. Также для этого робота нам понадобится капот от большого старого автомобиля, несколько корпусов от коробок передач и еще много-много разных запчастей. Вот еще, кстати, такую детальку можно красивую на робот опустить. В общем, стало ясно, что ничего не ясно. Полный хаос проводки. Договорились с моим другом Денисом, будем отгонять ему мотоцикл, он будет помогать нам с проводкой. Сейчас постараемся его запустить просто на аккумуляторе, без всего этого. И вперед! Денису я доехал нормально, без приключений, аккумулятора хватило. Немного видео из следующих серий.
переднее крыло, если можно, мы бы его, чтобы снять, а я то приведу в порядок. Ну, снимем. Красный герметоз, конечно, да, это сильно. Ну, это дедушка сказал, что ему капиталку так делали. Это мой герметоз, наверное. Ой, наверное, уже. Я не помню, снимал я эту крышку или нет. Ну, учитывая, что она на шестигранниках, то, наверное, это я уже снимал. Ну, ты знаешь, он даже не такой прям грязный. Вот такие. По проводке, что еще. Ну, в общем, предлагаю пересобрать гофри ее на новых проводах от Lexus. We'll be right back.